Это наша звезда, и она, конечно, будет претендовать на всех чемпионатах мира и Европы. Но она в этом году еще по возрасту, ей 14 лет, она еще не может ехать на чемпионат Европы и мира. Она поедет на чемпионат среди юниоров. Это тоже очень важно, идти постепенно. И мне кажется, что вот при таком катании она может вернуть себе звание чемпионки России. Тем временем на льду Юлия Липницкая, еще одна ученица Этери Тутберидзе. Тоже молодец, Юлия Липницкая, 12 лет. Юлия Липницкая, Москва. Приехавшая в Москву из Екатеринбурга. Практически
Все, вытянула чуть-чуть там в конце. Смазала один прыжочек. Но, конечно... Очень хорошая девочка. Малютка, конечно, еще. Малютка-крошка. Прыгает. Крутит 3-3. Это вот она прыгнула двойной аксель с тройным и двойным тулупом. Да. С тройным. Да, тулуп очень хорошо поднимается. Хорошо прыгает. Потрясающий совершенно шаг. Очень красиво. Вот такой шаг я видела только у Саши Коэн. Это такое, такое строение бедра. Вот. Такая отважная. Катается еще. Нет такой техники. Немножко ходит. Немножко охотит. Ну, я думаю, что ее научат кататься именно. Потому что это тоже базовая работа. Она обязательно должна быть сделана. Я сказала вчера ее тренеру, что обязательно она должна быть сделана. Потому что это, конечно, девчонка, просто прелесть, да? Прелесть девчонка. Вот. Тем более, что теперь у Этери работает хореографом. Человек, который катался в танцах. Ну, как не ему заняться правильным, у которого отец вообще является, так сказать, основоположник танцев у нас в стране. Работал в одной из лучших групп и именно ставил вот это скольжение. Поэтому, конечно, ей нужны девчонки. Это обязательно, потому что если этого не будет сделано, этого никогда, никогда не будет потом большого результата. А сейчас она просто умница, красавица, и хочется поздравить тренеров с тем, что они на сегодняшний день ее очень здорово всему научили, что они ее заметили, что они привезли ее из Екатеринбурга, что ее мама приехала вместе с ней и жертвует своей жизнью, как жертвуют очень многие родители,